Ты можешь рассказать про гнома Пьерри, Артём? Давай мне гнома подожги. Башку гнома. А, да ты мне глаз, блядь, поджёг. Пиздец, все ресницы отпалились. Что у вас происходит? Подождите, подождите, я выйду, блядь. Остановись. Yeah, yeah, bro, you listen my track. Он... На этих улицах люди умирают от яда, тонут в трясине сумерки третьего ада и вот треть препарата. На этих улицах люди умирают от яда, тут все яд в той или иной степени, и ты сгораешь медленно в этой обители. На этой приперти будь особенно осторожен. Не гвоздь, блядь, порой я сейчас выйду нахуй отсюда, ты не знаешь, ты о том же, блядь. Рыбак, да какой нахуй рыбак, блядь, мне тут пиздят, ты мне просто на ухо рассказываешь. Да. Ты чё, из-за рыбака проигрываешь, что ли? Так, блядь, не только, нахуй. Ты ржал сначала, сидел только что. Ну и трек не хочешь. Да, тихо-тихо, блядь. Какие треки, блядь? У нас тут история, блядь. Не просто. Он водит Z от замысла. Блядь, ты чё, я его души там читать, рэп? Ты ёбнулся, что ли, блядь? Охуеть! Сначала ржал над Илюхой.